Отважным спасателям нужна смотровая башня мега-щенков. Давай распакуем ее и начнем смелую операцию по спасению. В коробке ты найдешь все необходимые детали для смотровой башни мега-щенков, а также фигурку гонщика, его мега-машинку, лист с наклейками, 6 крючков и инструкцию. Давай построим смотровую башню мега-щенков для команды щенячьего патруля. Тебе понадобится 3 пальчиковых батарейки, чтобы башня светилась и подавала сигналы. Они вставляются в слот вверху мега-башни, вот здесь. Попроси взрослых помочь. Также понадобится крестовая отвертка. Теперь начнем строить башню мега-щенков. Сначала соедини 2 части подставки. Затем поверни подставку длинным выездом к себе и прикрепи пусковую установку с правой стороны. Теперь поставим двери. Найди буквы на дверях и сопоставь их с буквами на подставке. Дверь А поставь над длинным выездом впереди. Поворачивая подставку по часовой стрелке, поставь все остальные двери с буквой С. Когда все двери будут на месте, прикрепи сверху крышу. Желтый люк должен быть над аркой с выездом. Отлично получается! Теперь лифт. Поставь его справа на пусковую установку. Затем напротив лифта установи опору со значком патруля и спутниковой тарелкой. Закрепив пазы 2 перемычки вокруг нижней части желтой шахты лифта. Значок патруля должен смотреть вперед. Почти готово! Помнишь ту штуку, в которую мы ставили батарейки? Поставь ее на верхушку башни так, чтобы длинная сторона нависала над пусковой установкой. Расположи верхнюю смотровую площадку так, чтобы кнопки смотрели в середину. Теперь займемся канатным спуском. Закрепи его вокруг башни. Один конец в верхней передней части, другой слева от желтого люка. Теперь, когда верхняя и нижняя части на месте, закрепим 3 средних опоры спуска. Наша смотровая башня мега-щенков собрана! И еще кое-что. Нам нужно приклеить наклейки. Если тебе будет сложно, попроси взрослых помочь. Отличная работа! Теперь, когда мега-башня готова, можно играть и готовить новую спасательную миссию. Давай посадим гонщика в лифт и поднимемся. Чтобы поднять его, используй рычаг. Ого! Рычаг еще и активирует платформу и радар для поиска миссий. Как только герой поднимется наверх, включатся сигналы и подсветка. Теперь найди миссию. Покрути телескоп, чтобы увидеть, где нужна помощь. Нужно использовать панель управления. Подними крышу, там находятся кнопки контроля миссии. Нажми левую кнопку, чтобы активировать экран задания и услышать команды райдера. Нажми правую кнопку, чтобы выбрать щенка. Продолжай нажимать, пока не будет выбран твой щенок. Гонщик, за дело! Для спуска по канату нужен крючок. Зажми концы прищепки и прицепи крючок к гонщику. Очень важно, чтобы крючок смотрел влево. Бухта приключений ждет! Давай, вперед, вперед! Прикрепи гонщика на канат и слегка подтолкни. Теперь отстегни гонщика от крючка и поставь его на следы лап вот здесь. Подгони мегамашинку гонщика к задней стенке гаража. Затем сдвинь рычажок сбоку, чтобы посадить гонщика в мегамашинку. Теперь нажми на рычаг, чтобы запустить гонщика на миссию. Вперед, гонщик, вперед! Для самых сложных миссий в смотровой мега-башне есть место для всех 6 щенков и их машин. Также есть гараж для еще одной машинки. Теперь ты готов к любой спасательной миссии со смотровой башней мега-щенков «Щенячий патруль».